Всем привет! Разберем такую штуку, как ланцет. Здесь есть предохранительная вещь, которая делает стерильным само лезвие. Здесь есть сам механизм. Сейчас приводить в действие его не буду, потому как я хочу разрезать и показать, что находится внутри данного устройства. Нет, он сработает. Я его уже потянул. Но ничего. Страшного в этом нет. Нам же нужно знать, что находится внутри, как это работает. Замечательно разрезал. Работает это следующим образом. Вот эти стопорные отжимаем. Приводим его в боевую готовность. Вот так он выглядит из завода. И когда мы нажимаем, спираль сжимается и выстреливает сам ланцет. За счет инерции он возвращается обратно, не дает порезаться после использования. Ну а теперь как это работает на примере перчатки. Некое подобие руки, срываем, ну и соответственно вот маленькое отверстие, через которое выходит в данном случае воздух, а так вообще выходит кровь. Данная штука довольно сильно облегчила взятие анализа крови, исключила заражение практически. Ну и, соответственно, сделала взятие анализа крови совершенно безопасным для тех людей, которые страдают диабетом. В домашних условиях они могут приобрести такую штуку и сами себе сделать анализ крови на сахар, не обращаясь в поликлинику. В общем, как-то так. Вот как это устроено. И вот как это работает. Они бывают разного типа. Есть игольчатые. Здесь в виде обычного, я не знаю, монтажного ножа, острого скальпеля. Маленький кусочек, плоский. Заточен он, кстати, с двух сторон. Если вам видно, то как-то так. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Всем пока!